Из актеров в губернаторы и обратно. В российский прокат через месяц выйдет новый фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Название говорит само за себя – «Возвращение героя». Лента, которую снял южнокорейский режиссер Ким Джи Ун, еще не стала лидером проката, но сам экс-терминатор уверен, в большое кино надо возвращаться через маленькие фильмы. Ну и сегодня Шварценеггер прилетел в Россию, чтобы лично представить зрителям свою новую работу. Моему коллеге Ивану Кудрявцеву удалось взять эксклюзивное интервью у актера. Ваш новый фильм в российском прокате назван «Возвращение героя». Насколько вы лично рады вернуться и насколько масштабное возвращение в профессию вы лично запланировали? Политика или кино, и это я очень хорошо усвоил за время своей карьеры, так вот, в политике ты или в кино, насколько ты хорош, всегда решают люди. Мне было важно, что сценарий крепкий, что главный герой близок мне по духу, и что фильм по-настоящему остросюжетный. И это останется моими главными критериями при выборе новых проектов. А насколько масштабным будет мое возвращение, решит зритель. Полную версию интервью Арнольда Шварценеггера моему коллеге Ивану Кудрявцеву смотреть.